музыкального фольклора, которое должно сопровождать все эти мероприятия. В документах, которые я вам раздал, есть указано непосредственно, что это за оборудование. Ну, на данный момент мы рассматриваем как профессиональный пульт и активную акустическую систему для проведения всех этих мероприятий. Также садовая парковая техника. Это у нас идет опрыскиватель, газонокосилка и станок для заточки цепей. Бензопил. Для бензопил, потому как большой объем работы по обрезке деревьев, по подготовке к сезону. Также мини-трактор, на который мы запрашиваем 88 тысяч. Этот мини-трактор позволяет, в свою очередь, хорошо смотреть за парком, в плане чего. На него есть конкретно разное навесное оборудование. Это непосредственно отвал для уборки снега. Это и метла, это и устройство для рассыпки отсева, непосредственно в данный период. Самое главное, что интересно, нам нужно в пожароопасный сезон обрабатывать по секторам, то есть к нему цепляется навесное оборудование, которое может обрабатывать почву, для того, чтобы в случае пожара у нас, не дай бог, если что-то случится, то у нас есть противопожарная безопасность. Плюс ко всему есть косилка для травы, это намного упрощает работу, потому как летом у нас косят три косильщика с мотохвостами. Но здесь у нас получается один оклад, один трактор, и он успевает намного быстрее и больше произвести работу. Да, конечно. Это будет экономия. Без навесного оборудования, да, оно есть наличие, мы выбирали именно тот трактор оптимальный по цене и по наличию, и по фирме, которая будет обслуживать, потому как на данный момент техника вся не отечественная, ее обслуживание у нас в Мелитополе непосредственно есть, у меня есть, вот, правда, в одном экземпляре, потому что бумаги так нет, то навесное оборудование, которое идет в виде отвал, косилка и все остальные сопутствующие материалы. То есть к нему есть навесное оборудование в продаже? Да, конечно, все в наличии, мы беспокоились о том, что какая части 88 тысяч. А что производство? Это Китай. Гривен, да? А? Гривен, да? Ну, да, 88 тысяч. Ну, это 1-цилиндровый дизельный. Нет, это даже не Т-16, это мини-трактор, да? Такой? Да. Т-16 даже больше. Это 1-цилиндровый, 4-тактный. Маленький тракторец. Да, это смысл покупать трактор без навесного оборудования. Ну, мы надеемся в дальнейшем докупать там по возможности. То есть на данный момент все навесное оборудование скупить. Оно будет пока что лежать, а постепенно, может быть, там из такого парка сможем на зиму купить отвал, на лето купить косилку и так далее. Плюс ко всему брусчатка, плитка и перевозить ее.